Вот, ребят, смотрите, вот это мясо, оставшееся от двух огроменных тунцов, полностью забитые ведра на 28 килограмм. Вот это все мясо людям пойдет. А вот это то, что осталось акулам. Это были 80-килограммовые тунцы, ребят. И о каком перекорме идет речь? Здесь, извините, голова вот эта весит, ну, килограмма 4, 5 может. Для 700-килограммовой акулы это не еда, это снеки все. Так что о каком перекорме вы говорите? Не смешите мои челюсти.